гуляем вот по Салову. Зашли в парк, попить пивка взяли. Вокруг магазины, бутики, тут какой-то парк. Тут проводится пинбол, где-то поле для гольфа, для игры в гольф. Идем сейчас посмотреть. Попасть на лавочку. Книжки поют везде. Тут можно и на бордюрчик присесть. Где тут лавочка? Слушай, а шишек столько много на деревьях. Все деревья в шишках. Нашел? Я иду за тобой, my friend. В кусты, где нас не видно. Тут птичек какашку дух. Вся лавка. Олег, ну сюда я не сяду. Да не садись. Ну давай еще вон повыше лавки. Ну, пойдем повыше. Потому что мы сейчас сядем. Глянь, вообще вон наверху. Может там деревьев нет. Ну как-то так. Вон на ту лавку, там она чистая, наверное. А я сейчас посмотрю сверху, что еще тут. Интересно. Ой, тут глянь. Водопадики. Прикольно. Родничок. Слушай, интересно, настоящий родник? Да. Откуда ты знаешь? Да, это здесь. Угу. Нету рыбок. Тут, знаешь, из парка она рассказывает. Ой, а там детских. А вот, да тут и бассейн, что ли, при парке. Или при отеле. Куда присядем? Ну, да. Вот. А. Когда большой выбор лавок. Не знаешь, куда присесть. О, вот это чистое. Здесь птичек нету. О, моя тема. Доставай, хамон. Хамон достал? Я тебе снять хамон. Выключил? Нет. Доставай, где там ты купил, что с ножичком?